вас будет сейчас третий урок на First Dance Channel от Ирины Малой. Окей, и мы с вами сегодня будем танцевать, ничего не будем танцевать, мы просто я покажу вам groove, да, как он есть на самом деле и что для этого нужно, чтобы его обрести. Это очень просто. Есть фанковые танцы, которые танцевали в 60-70-х годах, так же как и джигало. Да? То же самое, что мы делаем catch вниз, да, когда слышим музыку, да? Вот, все, что мы делаем, это мы приседаем. А от этого все мы танцуем. Да, добавляем так ощущение, как вы танцуете либо с молодым человеком, либо с своей девушкой, да, в паре, в клубе. Вот. Да, без всяких аннотаций, как правильно или как неправильно, как вы чувствуете, как вы танцуете, это хаб-груф. Попробуйте сделать это под музыку, да? Возможно, с воображаемым партнером, а возможно и нет. Ворот. Представим, да? И то же самое, опять. Право.
поворот, вперед, назад. И так в любом хаотичном порядке, да? Получается. Вперед, назад. Да, также вперед. В сторону. Да. Нужна музыка для этого. Третий урок от кого? Да, от Ирины Малой. Мы с вами просто танцевали хип-хоп, да, без всяких базовых элементов. Мы делали шаги вправо-влево, и уже было здорово.